Добрый день, дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю шестую часть моего прохождения игры «Крутой Сэм. Второе пришествие HD». Да, в предыдущем видео мы продолжили наше прохождение, и мы продолжали пробираться через город Теотихуакан. И, да, если я правильно помню, мы прошли через... Как-то под землей мы прошли... Если. Вот не могу даже вспомнить сейчас уже. Наверняка из-за пирамиды Солнца. И теперь нам надо найти пирамиду Луны. И да, надо пройти в саму пирамиду, и около ее основания находится еще один священный предмет. Чтобы продолжить наше путешествие, которое нас проведет по некоторым. По нескольким периодам времени в истории. Да, сразу скажу, что. Я, может быть, буду зевать больше, чем обычно, потому что сейчас время примерно 2 часа 20 минут ночи. И да, после я только сейчас закончил работу, и ну, хотелось сделать так, чтобы для вас завтра были видео, и все было как надо, и поэтому... Ну вот, будем играть в середине ночи, будем играть в Крутого Сэма, где вещи просто очень-очень-очень любят выскакивать из-под угла. Так, и да, я был в этой галимой ситуации, где у меня не было брони. Теперь посмотрим. Что же мы здесь еще можем найти? Так, немного поправлю звук. Так, лучше. А-а-а! Мать моя женщина! Да, избавлюсь от них на расстоянии. Что их очень просто можно расстрелять из револьверов, и что это еще такое? Не хотелось тратить хорошие патроны на эту тварь. Ух, броня. Отлично. То, что мне нужно. Эту ловушку, как обычно, в стрелялках невозможно. Что нам подскажет Энартан? Змеиный двор, силовое поле. Это силовое поле похоже на работу... Не похоже на работу Майи. Думаю, его тут поставил ментал, чтобы помешать нам выбраться отсюда. Или войти, или еще чего-нибудь. Давай посмотрим, как оно работает. Может, сможем его как-нибудь использовать. У меня такое подозрение, что я чисто я наступлю на это, и оно меня разрежет наполовину. Посмотрим, что из этого получится. Oh.
45 очков здоровья, но это уже не серьезно. Мне надо пройти обратно, подобрать еще здоровье вот там. Тогда можем продвигаться вперед. Блин, поосторожнее, чел. Главное, что самое то, что я не понял, что это поле вообще делает. И теперь, конечно, я за это заплатил. Я, в принципе, потерял сколько? 30 брони, еще 20 здоровья. И еще эти сирианские чертовы быки. Так, блин, косой. Сохранится и здесь. Там впереди я чую, что будет большая драка. Так же хорошо, как я. На тех зоргов или как их? Ладно, уже я ошибался. Это не зорги, это... Вот. Не, все равно их слышно. Здесь прячется. А, несколько. О-о-о-о. Вот это удачно. Вот я знаю, вот я зайду в эту... в этот маленький храм. Там будет полностью черная комната, и оттуда будут выскакивать эти скелеты клира. 100%. Это как правило. Интересно. Ладно, рискнем. Берем броню. Сохранюсь и войду в этот маленький храм. Возьмем огнемет на изготовку. Что нам скажет анализ? Ну, очень закрыто. Эти двери закрыты, у меня нет к ним ключа. Мы всегда можем вернуться позже и попробовать еще раз, если захочешь. Вот, блин, я аж подготовился, а они мне ничего. Ну ладно.
брал рюкзак. А вот это я вижу тварь. Или нет, мне только показалось. Мне казалось, там этот скорпион сидит с пулеметом. Казалось, это был просто... была просто тень. Ну ладно, пусть будет. Всякие эти ускорения и там прочие вещи. Очень интересно, почему в этом месте такие улучшения находятся? Тут же ничего нету. Ага. Таблетка приколистов. Смотрите, что сейчас произойдет. Ничего? Действительно? Вы помните, как такие таблеточки, что они делали в первой игре? Как они... что они собой представляют? Так, значит, здесь я могу пройти. Как насчет здесь? Сейчас просто любопытно, куда мне надо идти? Мне всегда говорили, что две головы лучше, чем одна. Ну да. Так. Змеиные ворота. Чтобы открыть эти ворота, нам нужна маска Ишчель. Маску следует поместить у подножия пирамиды Луны. А, это и есть пирамида Луны. Вот странно, она находится... То, что нам надо было, этот предмет какой-то особенный, надо было искать его у подножия пирамиды Луны. Но если это пирамида Луны, тогда почему нам надо идти туда? Непонятно. Ну ладно, сейчас сообразим, что тут и как. Привет, ребята. Я дома. Все в порядке, и здоровье тоже полное. Но мне, конечно, интересно. Вот когда я вот такие места вижу, я сразу вспоминаю то. Да, и когда вот вижу такие длинные проходы, я сразу вспоминаю первой игре, когда я прошел в такой проход и потерял почти все свое здоровье. Опа. Что происходит? А, мне надо идти туда и поставить эту маску, значит. И вот почему здесь можно найти это ускорение или еще что-то типа того. Гигантские каменные статуи. Вот помню, было такое кино. Возвращение гигантских каменных статуй. Апокалиптический бой 3. Все проблемы от большой головы. Кстати, это идея. Уничтожаю огненные шары огнем из оружия. Попробую
одновременно положить маску на алтарь. Тогда посмотрим, у кого яйца, короче. Двор голова уничтожена. Головища больше нет. После стольких лет мы не забудем тебя, Головище. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Ладно, это была репетиция на получение Оскара. Я серьезно начинаю думать начать карьеру в шоу-бизнесе. Ну, это потом. Сейчас есть дела и поважнее. Голова явно охраняла что-то спрятанное в храме. Давай его проверим. Конечно, что надо его проверить. А что еще? Что еще нам остается? В принципе. Там в одиночку было или как? Явно нет, потому что я слышу еще одного. Достали меня эти придурки. Тут еще везде деревья понасажены. Ну ладно. Пусть будет. Тогда двигаем дальше. Это змеиный двор. Только жаль, что я потратил так много патронов из Томмигана. Тогда получается, что та большая пирамида в дистанции — это наша цель. А может быть и нет. Любопытно. Ну да. Здесь тогда наверняка будут две половины чего-то, или два ключа, или что-то типа того, и тогда у нас проход... сюда. Но уж очень неподозрительный проход. Ну давайте, с кем здесь нам придется сразиться? Скажем так, сохранить обычный патрон.
пригодятся. Так как он такой умный, я его особым средством удачи. Вот так. Даже две патроны пришлось потратить. Там еще один. Вот так. Не прет ко мне. Да еще один. Ой, типа я не заметил, что ты в последний момент повернешь на меня. Я типа тупой совсем. Блин, может быть и есть совсем. Так, больше здесь ничего нету. Получается, что надо будет спускаться сюда. Конечно, интересно. Вы слышите, да? Здесь так много патрон дают, тогда я надеюсь, что мне еще придется здесь пройти, потому что здесь есть здоровье. Ладно, сохранимся здесь. А, что? Швыряет зелеными шариками еще. Мне кажется, что здесь их было двое. Там внутри, мне кажется, биомеханоид. Упс. Так, кнопка. Так. Знаете что, я даже, может быть, не пожалею пушечное ядро. Наверное, первая гарпия, в которую когда-то кто-то выстрелил из огромной пушки. Эй, ну не взрывайся рядом со мной. Здесь я сохранюсь еще раз, потому что мне очень не нравится, как эта комната выглядит.
отнимет у меня здоровье. Клише, но это, конечно, так что аж тошнит. Ну что поделаешь, по-другому, наверное, нельзя придумать. Вот и еще одна. Дают, значит. Ладно. Может быть, это чисто прикол, но... Давай. Да, это было и все. Это был этот уровень. Конец змеиных дворов. Так, посмотрим. Убийство 203 из 207. В принципе... Я бы сказал, почти 100%. Ну, значит, получается, что почти 100%. Опять время я сумел... Ну да, из 45 минут у меня было 36 минут. И да, в общем, даже неплохо. Я бы сказал, очень даже неплохо. И тогда... Так, да, мы попали в какую-то яму. Да, нам говорится, что... Я пока не знаю, где мы, но попробую проанализировать расклад. Предположительно, это жертвенный бассейн. Или, как его называли, Майя Ксибальба. То есть царство мертвых. Местоположение Ксибальба так никогда и не было установлено. Некоторые даже полагали, что это всего лишь миф. Если это так, тогда мы... то мы только что наткнулись на легенду. По правде говоря, лучше бы мне ошибаться, потому что, согласно преданиям, Ксибальба окружают смертоносные ловушки, преодолеть которые под силу не под силу обычному человеку. Ты у нас, впрочем, необычный человек, так что пора двигать. Так. Значит... Сохранюсь здесь. И да, здесь тогда мы остановимся, и в следующей части мы начнем снова. Начнем с начала уровня, что я, по-моему, не делал кое-какое время. По-моему, с первой части даже так не было. Но на сегодня это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. Не забудьте, что у канала есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте, а также какие-то свои страницы в Патреоне. Если вы хотите стать патроном моего канала, если вы хотите мне помочь, это ваш выбор, и каждый новый патрон поможет мне сделать этот канал лучше и больше. Ради вашего же удовольствия. Но, да, ссылка для этого вы можете, как я говорил, найти в описании этого видео. И на этом тогда будет все. Спасибо вам за то, что смотрели. Увидимся в следующий раз.